Три минуты о загородной жизни. Сергей, вот смотрите, сейчас осень. Самое время сходить в театр. Почему мы с вами опять едем на дачу? Что тут осенью-то делать? В театр мы пойдем с тобой вечером. А сейчас у нас утро на Енисея. Три минуты о загородной жизни. Надежда Семендяева. Вот так авторы проекта «Три минуты о загородной жизни» и провели весь год в трудах и заботах. В нашем послужном списке десятки спасенных растений, сотни пересаженных кустарников и тысячи мудрых советов для садоводов. В частности, Сергей Богацкий продолжает создавать сад ленивого ухода и, не скупясь, раздает рекомендации на тему, как приезжать на дачу раз в неделю и при этом иметь лучший урожай в Сибири. А теперь, Надя, слушай меня внимательно. Если ты хочешь как можно реже поливать помидоры, огурцы, главное замульчировать почву. Вот так, после того, как ты полила свои помидоры, положи газеты на почву. Причем Сергей продолжает утверждать, что организовать идеальный уход за растениями совсем не накладно. Вместо дорогостоящих удобрений можно использовать всевозможные подручные средства. Берем уксусную кислоту, это может быть лимонная кислота, это может быть уксусная кислота, это может быть даже кислота от аккумулятора. Подождите, пропорции мне объясните. Да какая разница? Голубика садовая любит очень кислую почву. Поэтому, если почва будет нейтральная или слабокислая, вы не увидите на своей голубике никаких ягод. И совершенно четко могу сказать, что она через какое-нибудь время погибнет. В этом году Сергей Богацкий объявил войну вредителям. Под прицелом телекамеры избавился от муравьев, гусениц-стеклянниц и защитил деревья от грызунов. Защищать будем сегодня плодовые деревья от грызунов. Грызуны никуда не делись с участков, они просто затаились. И начинают жрать наши яблони, жрать именно, где-нибудь в конце февраля, когда у них запасы корма в земле заканчиваются, они выходят. Еще он, как всегда, подарил миру массу самых необычных способов вырастить урожай всем на зависть. А мы сегодня будем делать с тобой посадки. Мы будем сегодня сеять. Сергей, а не рановато ли сеять? Я специально сегодня взял те травы, те растения, которые нужно посадить в подзимний посев, чтобы получить весной самую раннюю зелень. Весь год мы наслаждались искрометным юмором нашего садовода и получили в подарок много новых афоризмов. Посадишь в грязь, будешь князь. Также в этом году рубрика «Три минуты о загородной жизни» обзавелась многочисленными последователями. К примеру, это видео пришло к нам из Санкт-Петербурга. «Три минуты о загородной жизни». Теперь мы работаем вместе со зрителями, с удовольствием слушаем их советы и впитываем дачную мудрость. Делимся своими знаниями, отвечаем на вопросы, а также взялись вылечить любые погибающие растения. Звоните нам чаще 233 1166. Три минуты о загородной жизни.